Брянский областной колледж культуры и искусств отметил 55 лет со дня своего основания. Торжественный вечер организовали сами студенты, а также в юбилейных торжествах участвовали выпускники колледжа, современные работники культуры и артисты. Большую юбилейную концертную программу наметили на 15 часов. К оговоренному времени к Брянскому областному колледжу культуры и искусств подъезжали гости. Многие привозили подарки, например, собственные номера. Вы знаете, у нас сегодня огромный праздник. Нашему колледжу 55 лет. Для нас это действительно праздник. Но у нас праздник такой бывает каждый год. И самое ценное в этом празднике то, что нам в этот день к нам приезжают все наши выпускники, как правило. В полном зале почетные зрители, выпускники прошлых лет и, конечно, весь преподавательский состав. Некоторые учителя культуры уже на пенсии, а те, кто продолжает сеять доброе и вечное, проработали в колледже культуры по несколько десятков лет. В колледже работаю уже 30 лет. У меня сейчас 10-й выпуск уже будет, колледжу 55, я почти ровесница колледжа, потому что в 78-м году, когда я поступила, мы его строили, этот колледж, и сюда, в это здание я въехала, будучи студенткой. В 80-м году я поступила в Орловский институт и сразу пришла сюда на работу. Очень люблю свою профессию, мы готовим хороших исполнителей, хороших руководителей, достойную смену нашему поколению. И вообще мы готовим нравственно зрелых детей, потому что, приходя к нам совсем не оперившимися цыплятками, они выходят прекрасными лебедями. Работаю в колледже 47 лет. И все 47 лет – это годы моей радости от того, что я в этом учебном заведении прошла все этапы становления этого учебного заведения. Было культпросвет училища, было училище культуры и, наконец, колледж искусства культуры. И вот незаметно 55 лет нашему колледжу. Очень приятно, что мне так повезло работать с прекрасными людьми, знатоками своего дела. Приятно, что каждый год встречаюсь с новым поколением студентов, сравнивая их с прошлыми и думая, каких мы еще встретим талантливых, красивых, обаятельных. И я так думаю, что колледж наш будет вечно только процветать. 55 лет этот колледж не только сохранял и приумножал традиции нашего народа, но и воспитывал не одно поколение на нашей культуре, и которая, в свою очередь, очень богата не только традициями, но и идеями и ценностями. И где бы мы ни оказались, в какой бы ситуации мы ни были, всегда наша культура, как напоминание, будет нам показывать путь и вести нас вперед. На сцене самая наглядная демонстрация всех художественно-культурных направлений, по которым готовят специалистов в Брянском областном колледже культуры. Готовим мы библиотекарей, продолжаем традиционно с 60-го года готовить. Готовим мы организаторов культурно-досуговой деятельности. Сейчас это называется постановка досуговых программ. Готовим мы театральное творчество, у нас есть режиссеров, руководителей кружков и преподавателей в школы искусств. Готовим мы исполнителей, у нас инструментальное исполнительство есть факультет. У нас есть народное хоровое пение и сольное пение. То есть вот сегодня вы, глядя на наш концерт отчетный, увидите, что у нас все жанры представлены. Через год готовим актеров. У нас очень много уже наших актеров в театре юного зрителя, в драматическом театре. Кроме работников культуры, в колледже воспитывают и собственные кадры для преподавания на всех кафедрах. Я окончила колледж, вот этот колледж, самый замечательный, буквально вот 4 года назад. И уже как 2 года являюсь молодым специалистом, молодым преподавателем кафедры хореографии. Мой куратор, мой наставник – это Валерия Эдуардовна Пилипенко. Я очень ей благодарна за ее труд и вклад. Надеюсь, что, работая здесь, я ее не подведу. Сегодня Брянский областной колледж – это признанная кузница культурных кадров для нашего региона. Ежегодно областной колледж выпускает более 300 новых талантливых и культурных специалистов по всем направлениям культурно-массовой работы. Алексей Есипенко, Алексей Рязанцев, телеканал РЕН-ТВ Брянск.